посев материала в жидкую питательную среду. Зажигаем спиртовку. Стерилизуем петлю. Стандартно. Сначала вертикально 5-7 секунд, затем горизонтально 3-жды. Берем в руки материал. Как правило, это чистая культура микроорганизмов, которую, допустим, необходимо размножить на других питательных средах для накопления. В этом случае пробирка с основным материалом постоянно держится в руке, а вторая пробирка прикладывается рядом. Обе пробирки совмещаются на одном уровне, чтобы пробки были. А петля стерильная. Открываем одновременно пробки. Одновременно стерилизуем пробирки. Охлаждаем петлю. Берем небольшую каплю материала сверху. Переносим в стерильную среду и сверху возле стеночки пробирки. Перемешиваем. Выносим петлю, обжигаем края пробирки пробку, закрываем обе пробки, стерилизуем петлю, убиваем микроорганизмы в обязательном порядке. Только после этого этой рукой вы ставите пробирку назад в штатив и при необходимости, допустим, можете пересеять в другую питательную среду, в данном случае на скошенный агар. Несмотря на то, что пробирки разные по размерам, все равно пробки вы совмещаете на одном и том же уровне. Снова стерилизуете петлю, прокаливая ее 5-7 секунд. Открываете одновременно пробки, обжигаете края, остуживаете петлю. Берете каплю материала, переносите в пробирку для пересева и штрихами делаете посев снизу вверх. Обжигаете, закрываете, снова убиваете микроорганизмы на петле. Петля должна быть стерильной. И опять этой рукой вы имеете право поставить пробирку в штатив. Таким образом, можно делать много посевов, например, для накопления бактерий в жидкой питательной среде для изучения биохимических свойств в жидких питательных средах.